стоимость этого сооружения более 100 миллиардов долларов США. И это самое дорогое здание в мире. Но это только цена. Истинная же ценность ее измеряется совсем в другой единице измерения. Это мечеть Аль-Харам. Чтобы вы понимали масштаб этой мечети, поговорим немножко о цифрах. Режим работы – 24 часа в сутки. 6 тысяч акустических систем. тысяч контейнеров воды Замзам, 40 тысяч ковров, площадь 1 миллион квадратных метров, вместимость более 2 миллион человек, ежегодно посещает 20 миллион человек. Полным ходом идет реализация проекта короля Саудовской Аравии по расширению мечети Аль-Харам, которая включает увеличение площади для тавафа и количество этажей мечети до 6 этажей. Общая площадь расширения составит 2 миллиона 750 тысяч квадратных метров. Чтобы вы примерно представляли, как будет выглядеть иншалла мечеть, я хочу вам показать примерный макет. Посмотрите. Знаете, что меня здесь удивляет? Высота вот этих минаретов. Она сейчас в жизни очень высокая. Смотрите, что они хотят сделать. Центральный двор мечети, где расположена Кааба, называется Матав. Матав является местом, где паломники во время хаджа и умры совершают таваф, то есть ритуальный обход Каабы, и служит главной молитвенной зоной во время намаза. В такой мечети очень легко потеряться. Поэтому рекомендую вам скачать приложение Аль-Махсад, где вы сможете узнать, где вы находитесь. Кстати, приложение работает без интернета. Достаточно просто GPS. Главный источник Замзам находится между Черным Камнем и Макам Ибрахим на глубине 30 метров. Там, кстати, он идет с двух источников. Один от Каабы, а второй от Сафа Марва. А сейчас я хочу обратить ваше внимание на этот мрамор, который постелен здесь. Люди, которые здесь были, наверняка помнят, что когда по ним ходишь босиком, то чувствуется некая прохлада, даже где-то холодно. Почему? Потому что это специальный мрамор, который привезен из острова Тасос, который находится на севере Греции. Его особенность в том, что он отражает солнечные лучи и тепло. Вот так вот.